7 октября в Институте физики КФУ прошел научно-практический семинар с участием международной компании National Instruments, организации «Поволжье» и представителей КФУ и КАИ. Сегодня семинар является научно-практическим. Мы решили больше продемонстрировать те задачи, которые встречались в учебных заведениях, да, и на предприятиях, и как они решались уже посредством наших технологий. Тем самым это как раз обмен опыта и для учебных представителей, и для представителей разных организаций, потому что это совместное мероприятие. Здесь не только учебная часть, да, то есть не только КФУ, не только КАИ, но и представители нефтяной отрасли, вертолетной. Для Казанского федерального университета это уже не первый семинар с ведущими зарубежными компаниями. Сегодня это компания, которая один из мировых лидеров программного обеспечения, которое работает с контрольно-измерительным оборудованием. Эта компания достаточно давно присутствует на российском рынке и очень хорошо она занимается образовательными технологиями. Поэтому вот в настоящее время у нас очень плотное сотрудничество, и вот сегодня ряд наших наработок в области образования, в области промышленных измерений тоже будут представлены на этом семинаре. Представители компании отмечают научный потенциал КФУ и надеются на продолжение сотрудничества с университетом, как в плане образовательных программ, так и разработок. Именно в синтезе этих двух начал кроется секрет подготовки хороших кадров. Сильное, хорошее внедрение, интеграция технологий в учебный процесс, это в первую очередь это позволяет готовить кадров, которые в дальнейшем в производстве могут, не меняя никаких знания, есть знания, они приобрели их на учебном этапе и очень быстро могут адаптироваться в новом производстве. То есть не нужно будет им, вот обычно сейчас происходит так, да, студент приобретает какие-то знания, выходит в производство и видит совершенно другое оборудование, совершенно другие системы управления, и это очень неудобно, это замедляет интеграцию нового специалиста в систему производства, в систему тестирования. А в этом случае при правильном внедрении технологий можно этот процесс очень сильно облегчить. Семинар оправдал ожидания всех участников, и каждая из сторон надеется на тесное сотрудничество в научной и практической деятельности. Елена Селезнева, Руслан Уразаев, Универньюз.